Так, дубль два. А? Ну, что могу сказать? Тренировка, это же хорошо. Может быть, я и буду косить, но все же... Тут, кстати, этот кнайф есть. Нет, походу, ну ладно. Ну вот, что это такое, блин? Он же там где-то, я же его вижу. Я же его чувствую. Че, его там нет, что ли? Ну ладно. Ой. Да чё за звуки? Ложные какие-то. Понятно. Ой, вот это опасно. Это я не люблю. Понятно. Блях, муха. Ну ладно, что и следовало ожидать. Что же еще следовало ожидать? Свидание. Ну, АВП, да, это тренировка. То есть, если вы не умеете, вот как я, метко попадать, значит, начинаете, как я. Да уйди, там за тебя еще кто-то. Что-то меня там мочишь. Да уйди ты от меня, придурок! Какого хрена? Я разобрался с перчиками. Валим отсюда нафиг. Оп. Чё, никого, да? Ну ладно. А, вон один. Блин, ну я же его видел. Хотел круто вылезти. Чё там тыква торчала? Ну где, где? Стоп! Ну ладно. Нет! Есть. Да, да, я хотел сказать. Да только не надо мне говорить, что... Блин. Да. Ой! Вроде тыкву попал, ну ладно. Да. Старый маразматик. Где ж ты ходишь? Прыгни. Нет! Попал ему в ногу. Ух! Почему-то не отлетел. Тут там еще. Ах, ты меня ждешь. Просто. Опять попал. Опять! Да ладно, опять поддержку дали. Скоро вы уже там уйдете. Блин, со всех сторон. Чпунс, так. Ой, еще один. Да куда нож-то? Вообще над нож нужно доставать только вообще вот просто вот. После того, как стрельнул. Потому что иногда у меня происходит такое, что ну, нож достаешь, а еще даже не стрельнул. То есть косяки получаются своеобразные такие. Опа. Давай, мне долго здесь нельзя стоять. А, так знал, ладно. Фу, люблю тройняшек. Ах, четвертый всегда самый. Ой, еще один появился откуда-то. Куда я иду? Куда я иду? Зачем? Зачем? За фрагом. Давай быстрее, быстрее. Не хочу тут оставаться. Так. Оглядываемся, оглядываемся. Кто-то тут появился, нет? Есть. До свидания. Да, там тоже кто-то есть. И вот тут еще один. Да, попаду, нет. Где? Выходи. Нет! Блин, козел. Все на одно лицо, уроды. Ха, нефиг из ямы выходить. Это чуще. Почему? Камикадзе. Стреляй в голову. Всегда попадешь. Всегда сваншотишь. Блин, вроде попал ему в ногу, нет?
Да, сейчас попал. Всегда так попадать. Оч. Ух ты. Ух, как. Своего, правда, замочил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я валю отсюда. Ух, куда ты? Вроде... Попал, нет? Нет, сложно, сложно, да. Ну хоть там из ствола торчит, но все равно боишься, что тебя замесят. Ну ты же у меня радиус поражения больше. Свидание, господа. Так, а это что? Тут тоже хорошая позиция, кстати. Только в наушниках желательно все это играть, слушать звуки, потому что. Ну чё, никого? Добрый фейсер. Фейсер. Так, наверху кто-то идет. Куда? Куда пошел? Билетики показываем. Билетики. Я получил уже 10 хп за убийство. Кто-то идет. Так было бы эпично, если бы убил. Так, а тут кто у нас? Уть! Не-не-не. Я еще хочу жить. Ты со всех сторон, а? Со всех сторон. Нет, ну посмотрите. Я его в ног замочил. Так, кто появился. Блин, козел, дайте мне его убить. Так, сейчас подождем. Да. Смешно. А, пошел в жопу, не хочу. Так. Тут у нас появился Липтон. А, Липтон. Ну вот про что я говорил. Ку нажал, а не выстрелил. Ку не нажмешь, после этого такое ощущение, что... Уть! Что косишь. Да. Бывает. А, подожди, так я здесь нахожусь. Он меня слышит. Эть! А я не знал, что кроме ямы это тоже такое хорошее место. В яме хорошо сидеть. Нет. Да. Головушка моя. Там кто-то стоит, по-моему. Нет, ствол. Письку что-то видел. А, вот ствол АВПшный торчал оттуда. Ладно. Так. Ай. Респаун. А, да, подходи ближе, так не попаду. Ну, где он там? Говорю же, вставай. Так, а вот тут у нас еще. Не простреливается, что ли? Да это смешно. Ну давай, музыку уже заиграла интригующая, давай. Бум! Е-е-е, я самый ценный игрок!